хоть я его ни разу не видел воочию, да, портрет Мейснера. Я считаю его своим тоже наставником, хотя у меня другой был духовный отец. Но я тоже его считаю, потому что на его проповедях я воцерковлялся. Да, я слышал там проповеди, батюшек, слушаешь, надо же, как красиво говорят. А он не так говорил. Ты когда видел свой последний раз морду свою, вот эту вот зажиревшую морду? А я уже был, как так можно говорить в Москве? А он начинает разворачивать, я понимаю, что я сам давно на себя не смотрел. Вот так учишь, а уже на свою морду, эту ветхую давно сам уже не смотрел, понимаете? И вот его такие прямые, вот эти, да, они действенные. Когда вот доходили до меня его проповеди, там приносили, я их размноживал. Я их размноживал на кассетах на этих, другим раздавал. Потому что такая польза была. А когда богословское вот это все высшее, оно, мы не можем вместить. Мы не можем вместить, имеющие вместить, не вместить. А нужно говорить на таком образом, доступным для современного человека. Да, вот вы меня понимаете? Да хоть чего. Детская речь для детей доступна, слава Богу.